Назначенный в сентябре исполняющим обязанности министра ЖКХ Забайкаль Алексей Головинкин предложил забайкальцам писать ему напрямую в личные сообщения ВКонтакте об интересующих вопросах. Об этом он написал на своей странице в данной социальной сети. Он также предложил для обратной связи сообщества Минэнерго Забайкальского края ВКонтакте и Одноклассниках. Ранее МЗАПРУ писала о назначении Алексея Головинкина исполняющим обязанности министра ЖКХ региона 26 сентября. В тот же день был представлен и куратор сферы ЖКХ, и вице-премьер Алексей Сергейкин.